Центральная елка города начала обретать всем знакомые черты с 23 ноября. Сперва рабочие установили металлический каркас, после стали добавлять главные атрибуты – ели. Всего конструкцию окутали 70 деревьев. На украшение, значит, примерно 60 шаров, плюс мишура и плюс новогодние гирлянды. К тому же мы непосредственно к этому празднику установим Снегурочку и Деда Мороза. Над установкой елки трудились порядка 11 человек. За две недели они сделали все необходимое. Точку в этой работе поставили 5 декабря. Основные работы уже завершены. Главная елка удивляет своим масштабом. На высоте 33 метров застыла звезда. Для сравнения, высота пятиэтажного дома чуть более 20. Вы уже видели вот главную елку нашего города? Ну как же не вижу. Каждый день хожу, смотрю. Ну как она вам нравится? Нравится, красивая елочка. Нарядное настроение придает, праздничное такое. Мне нравится, она всегда стоит, ну, красивая. Пока елкой можно полюбоваться только днем. Зажгут огни в самое ближайшее время. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.